Ребятушки, всем доброе утро, начала говорить, и Сёма меня дёрнул за волосы. Камера еще падает, потому что она на штативе, я ее не снимала. В общем, сегодня была такая ужасная ночь. Этот маленький человек... По пальцу не попало? Маленький человек просыпался каждые, наверное, полчаса, минут 40, и так часов до 3. Очень сильно плакал, видимо, все-таки зубы его беспокоят. В итоге я дала ему нурофен, там полдозы, вообще совсем чуть-чуть. И вот он уснул, проспал до 7:30. Да, и проснулся тоже капризненький. Поэтому я сегодня не особо выспавшаяся. Даже Сережа сегодня слышал, как он плакал, что бывает редко. Сережа вообще обычно не слышит, что Сёма просыпается. Ну тут прям я его не могла не успокоить. Никак ни грудь ему не помогала, ни соска, ни полежать, ни походить. Короче, еще та веселая ночь была. Сём, ты куда лезешь? Вот обязательно надо было через меня? Давай. Ой. Мама, тебе стук. Там кто-то мне написал еще. У нас сегодня с утра большая стирка. Вчера хотела с вечера закинуть, стирать Сёмкины вещи, но в итоге забыла. Не до этого было. Сёма тоже уже какой-то не очень капризненький был под вечер. И в итоге сегодня стираем. Сейчас еще постельное закину. Закину полотенце. В общем, сегодня день большой стирки. И вся та кроватка будет опять завешена, да? Сём, не надо, пожалуйста, грызть мамин телефон. Его же только починили. Угу. Не знаешь, чем тебе заняться? Давай мячик поиграем. Блин, капец. Простите, конечно, кому не нравится, как я зеваю, но что-то я до сих пор в себя не могу прийти. Хотя уже прошло сколько, часа 2, наверное, как мы проснулись. Мы уже и позавтракали, я уже поставила Сёме готовить, кушать. Варю сегодня супчиком куриный. Что еще? Ну, стиралку забросили, пропылесосили. Пол буду мыть, наверное, когда Сёма уснёт, потому что его сейчас в кроватку, если положить, будет истерика. Или когда будет засыпать. Ну, посмотрим. И проводили Сережу на работу. Сегодня он опять должен прийти пораньше, так что что-то нужно готовить. Ненавижу вот это вот придумывать, что приготовить на завтрак, на обед, на ужин. Вообще нет у меня идей, что можно быстро и просто. Вот такие вот дела. Всем хорошего дня. Мы с Сёмкой, как всегда, вышли на улицу после его сна. Сегодня он 11:30 решил уснуть. Ну и понятно, ночью нормально не спал. Наверное, нужно было сразу нурофен ему дать, но я не знала, что его прям так сильно будет беспокоить этот зуб. Ну, вот так вот. Ну, хотя бы поспали со скольки там, с 3 до 7 или с 4 до 7, что-то уже не помню, потому что сегодня у меня память вообще отбилась. Мы сейчас идем в магазин. Даже не знаю, блин, что покупать, что нам надо. Я опять забыла записать себе список, и я постоянно хожу, потом, когда домой прихожу, я говорю, блин, я забыла это купить. Надо, наверное, в Google таблицах писать, чтобы я, ну, и на компе писать, чтобы я смогла потом в телефоне смотреть этот список, потому что компьютер-то у меня всегда включен, в принципе, могу сразу туда внести, когда что-то вспоминаю. Но моя память, я не знаю, что это стало после родов, мне кажется, память вообще куда-то делась и не хочешь возвращаться. У нас скоро должен Сережа с работы прийти. И я думаю, если он сделает тесто, то я постряпаю блинчики. У него просто хорошо получается, очень вкусное тесто, а у меня, ну, такое. Вроде нормальное, но блинчики не получаются цветными, как надо, а получаются бледными. Но Сережа сделает, если то я их выпеку, пока они будут с Сёмкой играть. Сегодня у нас так морозно, поэтому мы гулять не будем. Сходим за продуктами и домой сразу. Наши покупочки. Хлеб, молоко. Курочку взяла, филе Сёмке, этот биолакт и творожки 2 взяла, потому что у них срок годности до 31-го, и свежее там не было в магните. Взяла киви, свеклу Сёме, завтра сварю борщик типа, и как они называются, макарошки. У Сёмки тут перекус, нам Сережа сделал этот
тесто для блинчиков. Я уже один пожарила, но мы его съели. И здесь буду жарить. У нас такая неудобная сковородка, она огромная. И прогнулась, и получается, что блинчики в середине подгорают, а с краев как бы нет. И вот это неудобненько чуть-чуть. А Семен кушает яблочко и киви. Теперь понимаешь? Это ты взял, да? Теперь понимаю свою маму, блин. Я тут почти закончила. Вот такая вот стопочка маленькая получилась. Еще один блинчик, и один дожаривается. Сейчас у меня Сереж с Семкой купаются, вот только пообедали. И будем убирать бардачок. Уже наполовину убрали. И потом Семка придет, и будем потихонечку ложиться спать. Так что всем пока-пока!